Я не знаю. Мы им говорим, там надо подпись оставить. Они приходят, все оставляют подпись. Говорим, надо прийти на собрание. Ну, наносите и так очень слабой организации удар, который она, как бы, ну, может выдержать обычно. Я Максим Кац, занимаюсь всякими урбанистическо-общественно-политическими делами уже 7-й год. Вообще, до того, как я в это все влип, я был профессиональным игроком в покер. Оно не казалось тогда какой-то боевой единицей. Книги по транспорту известные, транспорт в городах удобных для жизни. Ну, в общем, я этим занимался, и через какое-то время... Если он ничего не скажет, из этих 50 тысяч 40 придет и проголосует там. Ну, из того, что я видел, ничем от других особых городов не отличалось. Проблемы типичные, там, парковки, автомобили центричные, там, инфраструктура на пешеходное мало внимания. Лагеря адекватная нужна, которая план сделает, если говорить про пешеходизацию, можно снизу план адекватный сделать, только потом, как добиться, чтобы его реализовали, надо избрать кого-нибудь куда-нибудь. Или как-то, ну, толкать это дело. То есть активистам нужны политики для сопровождения таких штук через вот эти все вещи, потому что обычно там даже не супер против люди, они просто внутри их системы, надо уметь это проталкивать. За кого из этих вот? Они же все одинаковые. Как выбрать, за кого из них голосовать? Да в вашей ситуации я бы проголосовал за ЛДПР, наверное. Но, но невозможно. Нужно избирать нормальных людей, а не кого попало. Понятно, что это ни малейшего отношения не имеет к изменениям в стране, к системе управления. Это совершенно те же самые бессмысленные чиновники, которые просто, ну, от другой кремлевской партии. Никакого, конечно, никакой разницы нет. Травота! Небольшие, большие, и все равно наши города как-то ходить в них. И так оно ему большую вон свинью подложило, взяли и избрали его губернатором. Он же не собирался совершенно, я так понимаю. Нет, вообще не собирался. Сюрприз. Ну, я даже хочу рассказать эту ситуацию. Мы были там в Белом доме, в политрес-центре, и его никто не может найти себе вообще целый день. Я думаю, что он был до последнего момента не хотел принимать реальность. Что за хрень она такая? Куда? Зачем? Как я-то буду здесь? Да, ну весело. Ну весело, не, в этот класс-то устроили.